Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка заказа с сайта NewChic. Я не первый раз уже заказываю на этом сайте, и мне нравится то, что там есть, это китайский сайт, но там есть брендовые вещи за любую цену, как бюджетные, так и дорогие, действительно брендовые, стильные, модные и больших размеров. Это вообще на самом деле ценно. Сейчас мы вместе с вами распакуем и посмотрим, что же в этой посылочке. Достаточно быстро идет посылка. Если сравнивать, допустим, с AliExpress, то, ну, с момента отправки заказа прошло, наверное, неделя, не больше точно, девчонки. Быстро пришли вещи, и это здорово. Ой, красота, как я ждала. Вот они. Все в zip-пакетиках. Первое, что покажу... Это джинсы мои, блин. Я надеюсь, они мне будут в самый раз, потому что что-то не очень. Я заказывала размер 4XL, но мне кажется, они маломерки, девчонки, блин. Сейчас посмотрим, шнурочки развяжу. Вот как выглядят эти джинсы. Сейчас посмотрим, налезут они мне или нет, но я сомневаюсь. В прошлый раз я заказывала 4XL платье. И, по-моему, кардиганчик, что-то такое, футболочку. И мне прям велико. А здесь я прям честно сомневаюсь, что 4XL на меня налезут. Ладно, давайте дальше. Дальше заказала джинсы дочери. Здесь уже попроще с размерами. Вот как они выглядят. Вот джинсы дочери не сильно меньше моих, правда? Это детские джинсы. Они, кстати, очень классные. Вот так вот сделаны. Мы любим именно на резиночке носить джинсы. Джинса очень крутая. Качество вообще потрясающее. Никаких нареканий. Вот как они выглядят. На рост 160 я взяла. Вот здесь есть ростовочка с запасом. И внизу получается тоже резинка. Сейчас все померяем, все посмотрим. Так, толстовка. Толстовка для меня, ну, если она будет маленькая. Ай-яй-яй. Толстовка размера... Какого я брала? XXL. Сейчас посмотрим с вами, как она выглядит. Ой, зип-пакет не открывается, а вот все открылся. Вот такая вот толстовочка. Надеюсь, что тоже будет в самый раз. Она с таким красивым принтом, утепленная. Здесь внутри футер, наверное, начес. Все прошито здорово. Мне, в принципе, вот к качеству NewChic нареканий никаких. Нужно просто смотреть, внимательно выбирать модели. Внимательно выбирать модели, размеры и так далее. И всегда иметь в виду, что вещи китайские, они мало мерят. 3XL, да, здесь бирочка. Вот такая вот прикольная толстовка. Сейчас будем с вами все мерить. И все... Девчонки, да, джинсы малы, я расстроилась, но я их все равно натянула вот до сюда, наверное, приблизительно, чтобы показать вам, как они выглядят. Это такие модные джинсы, которые такие вот не до конца, да, я сейчас еще по-другому камеру поставлю, чтобы вы оценили. Вот так они выглядят. Здесь такой принт классный, потертости. Вот эти все, конечно, здорово. И кроссовки я себе под них вчера покупала. Вот, но маловаты, конечно. Сзади на них ничего нет. Джинса качество вообще обалденное. Вот такие вот они симпатичные, но маловаты. Здесь есть кармашки. Я их прямо вот до сюда натянула. Что-то буду думать с ними делать, потому что они мне очень нравятся на самом деле. Вот, смотрите, девчонки. Вот как они выглядят. Немножко пониже вас, да, опущу. Джинсы очень понравились по качеству, по всему. Но, блин, как жалко, что они вот такие маленькие пришли. Что-то вверху, не знаю, подумаю с ними, что можно сделать. Это, конечно, очень красивые, стильные, расцветочка. Мне прям вот все нравится, вообще супер. Сейчас будем мерить толстовку и детские джинсы. Вот детские джинсы. Вообще классно. Они на вырост, они такие свободненькие, клевые. Внизу там еще подвернуто, но, в общем, хватит надолго. Вот как они высоко. Карман, кстати, обманка. Карманов нету. Так, повернись задом. Классно. И качество джинсы вообще супер. Свободненькие такие. Вот внизу. Повернись передом. Здорово. Года на два точно поносить еще хватит. Вот эти бусинки. И вообще джинса очень приятная. Очень приятные. Прям вот такой джинсы давно в магазинах я не встречала. Классно? Да. Нравится? Да. Ну, а вот, девчонки, толстовка. Толстовку тоже, конечно, хотелось бы побольше, но более-менее. Более-менее вот так вот она выглядит. Здесь такая ленточка. Вот. С двух сторон. Капюшончик такой получается под горло. Но капюшон
тоже не сказать, что свободный, он больше декоративный, наверное, потому что на голове такой носить не будешь, на самую маленькую головку, мне кажется, на детскую. Рукав вот все нормально, все отлично, и по длине как бы вот, все прекрасно. Но хотелось бы, конечно, ее немножко еще посвободней. Вот, а так выглядит вот так, симпатичная толстовочка, понравилась. Здесь у нас медведь получается, и принт набит. Не знаю, будет ли он слезать при стирке. Посмотрим тогда вместе с вами. Вот так толстовка классная. Смотрится здорово. Теперь что-нибудь придумаю с джинсами. И тогда сделаю вам вставку. Уже посмотрим, как они смотрятся переделанные. Вот, девчонки, качество джинсы вам хочу показать. Потому что я прям, ну, сильно удивилась. Настолько оно крутое. Ксюшины джинсы не намного меньше моих. Сейчас, если их растянуть вверху. Посмотрите. Вот качество джинсы я такое давно не видела. Сколько покупала джинсов в магазине. Прямо вот действительно давно. Детские вообще просто огонь. И эти. Действительно крутое качество. Вот как они выглядят. Мне очень нравится вот эта вот штучка. Вот интересно, как их стирать, конечно, тоже. Вообще. С изнаночной стороны сейчас покажу вам. Вот. Швы тут все прекрасно. Прям вот по качеству никаких нареканий. Сейчас я подумаю, что сделать с джинсами мне. Вообще отлично. Тут, кстати, рекомендации должны быть. Видите, 4XL, совсем не 4XL, потому что толстовка. Толстовка, она 3XL. Она вот более-менее еще, хотя тоже хотелось бы посвободнее. Вот видите, какой внутри начес. Хотелось бы посвободнее. А джинсы маломерят. Жалко, конечно. Вот смотрите, такой принт. Набитый, он гладкий, поэтому тоже стирка, скорее всего, только ручная, я так подозреваю. Посмотрим. Ну что, девчонки, довела джинсы до ума. Вот как вам такой лук? Что сделала? В общем, сделала вставку по бокам. У меня такого же цвета были джинсы, и вроде как так и задумано. Вот они, все на месте, карманчики. Сейчас покажу вам немножко с другого ракурса, чтобы вы поближе видели. Ну вот, смотрите. Вот так получилось, в общем. Напишите ваше мнение, стали бы так ходить или нет. Вот таким образом я их сделала. Сделала здесь вставку. Они стали пошире, и теперь они мне, блин, на талии спадают. А, не знаю, буду или ремешок что-то придумывать, или резинку вставлять, посмотрю. В общем, в целом вот так. Вот с толстовкой. Как это все дело выглядит. Ну и на этом все. Мои хорошие, видео буду заканчивать. Ссылочку на сайт и на каждую вещь оставлю под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Будьте внимательны с размерами. Не делайте таких ошибок, как я. На каждую вещь смотрите размерную сетку и отзывы. Если видео было вам полезно, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.